О целебных свойствах кумыса, древнего казахского напитка, говорят в Украине. Под Киевом открылся конный завод. Там же производят этот напиток. Его способность улучшать состояние больных туберкулезом и коклюшем вызывает огромный интерес не только у жителей украинской столицы, но и других регионов. Владельцы бизнеса рассказывают о планах увеличить производство кумыса в 2 раза и сделать его еще популярнее в Украине. Кумыс. Кумыс – это экологически чистый продукт, который готовится без какой-либо химии. Кобылье молоко у нас сейчас пользуется большим спросом, так как это натуральный продукт. И местные приезжают издалека, со всех областей. Наш продукт полезен при коклюше, также рекомендуется людям, больным туберкулезом. Этих лошадей мы кормим только естественными, нормальными кормами. Сено, зерно, вот. Летом выпас на природе. Вот. Потом денника, где они находятся, постоянно ухаживаем, чтобы было сухо, чисто, чистая подстилка, чтобы была постоянно.